Друзья, всем привет, с вами канал KitaiFact. Сегодня в этом видео проверим на точность лазерный уровень FireCore F190R. Проверять будем вертикаль по уже ранее проверенному геофенолу, а горизонт прогоним по точке. Так, вот здесь расстояние у меня до стены около 6 метров, 5800. Давайте начнем с проверки вертикали. Так, друзья, вот наши вертикали. Они идут параллельно друг другу, ну давайте для пущей уверенности сведем их вместе. Так, ну вот я свел вертикали, они лежат точно в друг друге. Но кверху есть небольшое расширение, совсем минимальное. В принципе, в пределах допустимой нормы. Ну давайте посмотрим, что у нас с горизонтом. Для этого прогоним горизонт по кругу, по всем четырем сторонам, по определенной точке. Для этого включаем горизонт и отмечаем первую точку в таком положении. Потом будем поворачивать нивелир по 90 градусов по часовой стрелке. Так, отмечаем первую точку ровно по центру линии и поворачиваем наш прибор на 90 градусов. И смотрим, проходит ли линия через эту же точку. Так, друзья, вот мы видим, что линия идет чуть выше точки. Давайте прогоним дальше и посмотрим, что будет при других поворотах. Так, вот видно, что линия ушла еще выше, где-то миллиметра на 3-4. Так, ну давайте посмотрим еще другую сторону, последнюю. Так, друзья, ну вот тут также видно, что линия чуть повыше точки. То есть получается, что горизонт у нас имеет довольно большую погрешность на 6 метрах. И плоскость у нас наклонена. Ничего страшного, в следующем видео я разберу этот прибор и сделаю его настройку. Так, что весь горизонт будет лежать в точке. Все это делается довольно просто. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте ставить звоночек, чтобы не пропустить следующее видео по настройке. Всем добра, пока-пока.